Так, всем привет, ребят. Начинаем новый выпуск ежедневных закупок в магазин «Пятерочка». Вот у меня чек, вот, на общую сумму 1135 рублей. В общем, сейчас я вам покажу, что мы здесь купили. Так, буду сразу вам по порядку говорить, что тут мы купили, и озвучивать вам цены. Так, простоквашино, молоко топленое, 75-40. Вот такая вот бутылочка. Так, дальше у нас что идет? Масло подсолнечное, 79 рублей. Какая-то золотая лейка. В общем, вот такой фир. Ни разу не брала, кстати, не знаю, ничего вам не могу сказать. Так, дальше идут у нас оладные изделия вермишель, макароны, по 29 рублей. Две штучки, паутинка. Не знаю, тоже не пробовала пока варить, потом скажу. Так, бананы на кухне лежат на 64,09. Дальше взяла вот такую муку пшеничную для пиццы. Тоже ни разу не брала, потом я вам скажу, хорошая или нет. Так, дальше увелка, смесь, дружба, рис и пшено. Вот такая вот коробочка, тоже ни разу не брала, в пакетиках для варки. Смесь рис круглозерный и пшено шлифованное. Тоже надо попробовать сварить. Так, дальше идут наши макаронные изделия. Первый лимак, спагетти из твердых сортов пшеницы. Таких вот три пачечки. Прикольные, нам они очень нравятся. Наша липецкая продукция. Так, дальше. Рахат лукум. Вот такой вот рахат лукум. С арахисом, азовская фабрика. По 55 рублей. Так, а макароны по 28,95. Я вам не сказала. Так, кофе Жокей Триумф. 175 рублей. Один пакетик. Вот такой вот. Дальше макаронные изделия спагеттони фирмы Барилла. Они у нас по акции по 59 рублей. Вот такие вот спагетти. Это я беру, ну как бы изредка, когда они по акции. Так они 83 рубля за 500 грамм. Очень, кстати, вкусные, мне нравятся. Так, дальше творог у нас идет 9%. Чаплыгин молоко делает. Две пачки я взяла по 49,90. Так, и сметана 20%, лебедянская сметана, вот такая вот. Вот, тоже вкусная очень, 60 рублей. Так, ну, в принципе, вот все покупочки на сегодня. И, кстати, цена, да, общая цена чека составила 1135 рублей. Так что вот такая вот у нас сегодня была закупка продуктов. Кому интересно, нажмите на паузу и посмотрите цены. Так, ну все, буду с вами прощаться. Ставьте лайки и до новых видео. Пока!